Добрый день. Следующая биметаллическая монета. Страна Сан-Марино. Номинал монеты 500 лир. Год выпуска 1990. Материал монеты биметалл. Центр алюминиевая бронза. Кольцо нержавеющая сталь. Гурт монеты ребристый с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу монетное. 180 градусов. Вес монеты 6,8 грамма. Диаметр 25,8 миллиметра. Толщина 2 миллиметра. Данная монета отчеканена на монетном дворе Италии, в городе Риме. Тираж монеты 3 747 063 штуки. Изображены на монете птицы, судя по всему, голуби. Стилизованная. На другой стороне башни. Три башни крепости. Символы Сан-Марино. Республика Сан-Марино. Либертас. Год выпуска. Ну, и здесь у нас мелким шрифтом фамилии авторов этой монеты. Дизайна Магдалена Добруско и Серхио Гросси. Видно. Вышла монета в составе регулярного набора, который называется 16 веков истории Сан-Марино. Сан-Марино имеет достаточно древнюю историю. Маленькое государство сумело выжить в этих условиях, когда вокруг большие государства окружают и существуют до сих пор. Ну и в связи с тем, что тираж монеты достаточно большой, стоимость этой монеты от 100 до 200 рублей колеблется. Средняя. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Удачи!